Репетиция танцевального коллектива. Алина Удачина фактически его руководитель. Первая среди равных. Сегодня все хореографические постановки на мероприятиях в университете на ней. Спустя час еще одно мероприятие – занятия с волонтерами. В учебном заведении готовят новогодние праздники для детей, которым требуется повышенное внимание, а также благотворительную распродажу поделок. Помимо этого, девушка возглавляет городской студенческий совет. Активно участвует в благотворительных патриотических акциях. Все начинается с самого маленького. То есть, если мы то же самое уберем свой двор, то потом у нас пойдут уже и выше, и масштабнее цели. То есть, может быть, убрать нашу большую площадь или в парке пойти убраться. И так мы сделаем намного лучше своей стране, принесем какую-то пользу своему городу, а потом уже и масштабно можно запустить какую-то акцию большую. И так мы поможем своей стране. Для нас Алина – это палочка-выручалочка, потому что без Алины не проходит ни одно мероприятие. Она энергична, она добрая, она ответственная, она все, она готова быть везде и во всем. Уже через месяц после поступления в колледж Алина организовала крупное мероприятие. На сегодня таких уже 23, начиная от дня первокурсника, заканчивая фотоконкурсами и флешмобами. В них приняли участие более 1000 человек. Девушка сама участвует в фестивалях, круглых столах. При всем этом учится она отлично и получает повышенную стипендию. Она делает ровно столько, сколько может делать. А стараюсь правильно расположить свой порядок дня, записывать, если вдруг куда-то нужно пойти или что-то сделать, это очень сильно помогает. За успехи в общественной деятельности Алина удостоена губернаторской стипендии. Девушка рада, преподаватели ею гордятся. Уже в следующем учебном году Алина будет сама преподавать в начальных классах, но общественную деятельность пока оставлять не планирует, считая ее важной частью своей жизни. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.